Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Уютный дом. Меня зовут Ирина. Так захотелось показать вот именно этот рецепт маски, которую я обожаю. Маска очень хорошо увлажняет кожу, также борется с возрастными изменениями на коже, подтягивает ее. После использования этой маски кожа становится шелковой, такой прям ухоженной, главное, что отдохнувшей. И, конечно, эта маска уменьшает морщины. Давайте с вами приготовим. Эта маска будет состоять на основе банана. А нужно будет взять вот такой вот прям спелый банан, очистить. И берем вот такую вот дольку от банана, больше нам не понадобится. Маску всегда будем делать свежей, маску не храним в холодильнике. Банан нужно будет хорошо растолочь, превратить в кашицу, можно делать с помощью вилки. Здесь у меня получается примерно 1 столовая ложка пюре банана. Дальше добавляю в маску смолотые овсяные хлопья. Можно заменить овсяной мукой, если у вас есть. Если нет под рукой, просто взять овсяные хлопья, поместить в блендер и измельчить. Добавляем 1 столовую ложку овсяных хлопьев или же овсяной муки. Хорошо все перемешиваем. Дальше в маску добавляем теплое молоко. Нужно будет добавить 1 столовую ложку. Теперь все хорошо перемешиваем до однородной массы. Также для того, чтобы усилить эффект этой маски, сюда лучше добавить витамин Е и витамин А 5 капель. Также в эту маску можно добавить мед, пол чайной или 1 чайную ложку. Все зависит от того, как ваша кожа реагирует на мед. Если у вас нет аллергии, добавляйте 1 чайную ложку. Это еще больше улучшит эффект маски. Но если у вас нет этих продуктов под рукой, то достаточно того, что мы сейчас сделали. Итак, хорошо все перемешиваем и наносим на лицо. Сначала лицо нужно будет хорошо очистить, затем уже с помощью кисточки по массажным линиям, начиная со лба, наносим маску. Маску наносим на все лицо, на шею, на зону декольте, и также эту маску можно наносить в область вокруг глаз. Держим маску 15-20 минут, затем смываем теплой водой. После можно нанести на лицо уходовый крем. Курс маски составляет 3 раза в неделю в течение месяца. Очень простые продукты, все у вас под рукой. Обязательно пробуйте, делайте и, конечно же, молодейте. Спасибо всем за внимание. Мы увидимся с вами в следующих видео. А я вам желаю красоты, молодости, здоровья и, конечно же, всем мира.